безопасна ли лазерная коррекция зрения? Отвечает Дановский Игорь Валерьевич, врач-офтальмолог высшей категории клиники «Эксимер». Можно быть уверенным в безопасности лазерной коррекции, так как интенсивность воздействия лазера контролируется компьютером, а система слежения за взглядом пациента во время операции обеспечивает максимально точное центрирование зоны воздействия. С каждым импульсом лазер удаляет слой толщиной 0,25 микрометров, приблизительно 1/500 часть толщины человеческого волоса. Такая точность позволяет добиваться идеального результата лазерной коррекции зрения и не оказывает воздействия на внутренние структуры глаза.